Доброе утро, друзья. Берег места отдыха. Доброе утро. Как дела обстоят у вас к этому часу? Ну, в принципе, карты. В принципе, лежат. 9 часов утра. Да, карты. Еще не зарыбляли. Сейчас часиков в 10, в 11 будем только зарыблять. Да. Карпик поклевывает, да? Да, поклевывает. Было уже 3 схода у меня. Вот. А так штук 5 я уже поймал. В садке штучек 5 есть, да? Да. Так, кормимся чем? Тутти-фрутти, да. Добавляй кукурузы, опарыши. Традиционно, кукуруза, опарыши. Все как всегда, в принципе, ничего не меняем. Дистанцию какую держите? Ну, метров 30-25. В наживке что сейчас, вот с утра, интересно, по карпу? Что в наживке? Кукуруза, червь, опарыши? Ну, берет и на чистый опарыш. Чистый опарыш, да? Да, зеркальный карп. Вот я поймал пару штук, просто на 3 опарыша. Опарыш белый, красный? Ну, по одному сажаю, че красного, по 2 белого, или на 3 белых даже берет. Понятно. Если не затруднит, покажите, пожалуйста, что у нас там ловит. Ну что ж, неплохое утро. Хорошего отдыха, не хвоста, ни шуева. Спасибо.